Приветствую, рыболовы! В этом видео мы отправим вместе с подводной камерой кусочек черного хлеба и проверим, как карась отреагирует на него. Наглядно увидим все, будет ли карась есть черный хлеб. Видео просто с обычным хлебом у меня есть на канале, там рыба не особо реагировала. Посмотрим, как отреагирует на конкретно ароматный черный хлеб. Так, сейчас замешаем его. Так, отлично, забиваем в кормушку. Отправляем в водоем.